Получилось раскочегарить текласты всем до неприятных тепловых ощущений, как бы рука, ну, горячо, хочется убрать. Вот здесь вот, вот этот участок довольно-таки горячо. Естественно, снизу тоже, но если на колени разместить, здесь как бы сильнее горячо, то есть нужно, наверное, что-то делать с охлаждением, ну, это мы почитаем ФПДА, но как бы раскочегарить реально этот ноутбук, если вы, вот я, допустим, вкладки работал целый день, все было в порядке, то есть пока работал в браузере. Когда оставил, вот внизу у меня вот столько вот открыто приложений, сверху вот столько вкладок, и запустили, устанавливается Microsoft Office, и параллельно еще запустил и играл в асфальт. И вот в этот момент у нас температура, то есть я заметил, что мне горячо, хотя рука просто лежала, то есть вот 48-47. Вот в этом моменте, вот здесь вот самое горячее место, оно под клавишами. Вот 48-49. То есть это уже неприятно, как бы, ощущение. Давайте попробуем снизу. Снизу. Вот в этой же области посмотрим, сколько у нас здесь. То есть, ну, 50 градусов довольно-таки неприятное уже ощущение, и если на коленку поставить, то можно и расплавить коленочку. Вот, но с другой стороны, как бы, да, то есть нужно посмотреть, я думаю, можно реально как, что-нибудь там сделать, допустим, какую-нибудь пластину добавить и доработать охлаждение. В принципе, температура не критичная. Но все работает быстро, и вот в асфальте у меня был небольшой тротлинг за гонку всего один раз. То есть гонка, не знаю, там минут 5 длилась, там 7. И, ну, в одном месте немножко притормозило. Это с учетом того, что вот столько приложений открыто. Вот. Ну, как-то так.